В адрес жюри областного конкурса открыток и сочинений «Помним», посвященного годовщине контрнаступления под Москвой, поступило уже 260 работ. Участие принимают учащиеся первых 11 классов общеобразовательных школ Московской области, а также учреждений дополнительного образования. Первый заместитель секретаря подмосковного отделения партии «Единая Россия» Александр Коган отметил, что конкурс показал, юное поколение интересуется историей своей страны, и это самое ценное в проекте. Работы принимаются до 28 ноября, а результаты будут объявлены после 5 декабря 2021 года.